Меня зовут Морган Старк. Управляю компанией отца, Stark Industries. Сейчас чиновники пытаются контролировать новшества. Петхэппи, нужна помощь. Правительство захватывает башню. Знаю. Позабочусь об этом. Спасибо, Хэппи. Нужно показать тебе о твоем отце. Что это? Последнее послание от твоего отца. Он попросил показать, когда подрастешь. Привет, малышка. Если слышишь это, нашла накопитель. Знала, что в тебе будет решимость Старка. Дело не в том, что у нас есть, но что мы делаем. У тебя сердце героя. Жизнь бросает неожиданные повороты. В ДНК стойкость Старка. Продолжай раздвигать границы и мечтать. Мир нуждается в тебе. Покажи им, что значит быть Старком. Время продолжить дело отца.